Антон Павлович Чехов. Отрывок из рассказа «Каштанка». Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Только каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил: «Псина, ты откуда? Я тебя ушиб?» «О, бедная, бедная, ну не сердись, не сердись, виноват». Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы. Увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку. «Что ж ты скулишь?» — продолжил он, сбивая пальцем в своей спины снег. «Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный пес, что мы же теперь будем делать?» Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. «А ты хорошая, смешная», — сказал незнакомец. «Совсем лисица. Ну что ж, делать нечего. Пойдем со мной, может быть, ты изгодишься на что-нибудь. Ну!» Он чмокнул губами, сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно. «Пойдем». Каштанка пошла.